Молитва об успехах в учебе. У часовни Александра Невского прошел традиционный молебен в честь святой великомученицы Татьяны, покровительницы всех студентов. Мероприятие с каждым годом собирает все больше верующих. Священнослужители помолились о том, чтобы наука была им в радость. Господь так благоволил, что российское студенчество родилось в день мученицы Татьяны. Поэтому мы, верующие православные христиане, считаем, что она является нашей небесной покровительницей всех учащих и учащихся в России. Как и в прежние годы, студенты ивановских вузов смогли осветить свои зачетные книжки и студенческие билеты. Молодые люди шутят, в разгар сессии вера в свои силы и помощь святой покровительницы будут как нельзя кстати. Я хочу осветить за свою зачетку, чтобы мне в разгар сессии все было хорошо, оценки были хорошие. Я буду освещать свой студенческий билет. Но отмечаем мы никак не отмечаем, так поздравляем друг друга. Думаю, поможет, но все равно надо на себя надеяться. Иваново не напрасно называют городом студентов. Здесь 7 высших учебных заведений, в которых обучаются более 32 тысяч человек. Цель этого мероприятия не только в духовном воспитании молодежи. Основная задача – морально поддержать ребят во время сессии. Господи, благослови, Господи, умудри, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мария Попова, Андрей Символков, РТВ Иваново.